Друзья, всем привет из столицы Джакарта, Индонезия. И сейчас я нахожусь в одном из самых крупнейших зоопарков Азии, зоопарке Джакарты. Сегодня субботний день и достаточно много людей, хотя раннее утро, сейчас около 10 часов мы сюда приехали. Вот зоопарк стоит всего 4000 рупий, это, наверное, один из самых дешевых зоопарков, которые я встречал. Территория очень огромная. Сейчас мы подойдем к карте и изучим ее. Зоопарк очень большой по площади. Не знаю, за сколько мы сегодня его обойдем. Однозначно выезжайте сюда пораньше, потому что зоопарк работает с 7 утра и до 4 вечера. В 4 часа он уже закрывается. Сюда мы добирались на электричке, на красные ветки. И вообще теоретически сюда ходит еще автобус. То есть с пересадкой надо было ехать, но мы автобус не дождались, взяли байк и доехали на байке. Я не хочу долго рассказывать о этом зоопарке, лучше один раз, как говорится, все увидеть. Приятного просмотра, а также до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Здесь мы путешествуем по миру. Погнали! Thank you.
Thank you.
Thank you.